Во-первых, все, я сегодня такая вся что-то занятая, что забыла, что мне пришла посылка, вообще забыла, я даже вам распаковать и вообще показать, и, для, и себе ее показать. Короче, надо этим заняться. Ну что ж, друзья, во-первых, мне послали лампу, я, кстати, такую же из России взяла, но не очень хорошо сушила, надеюсь, что с этой повезет больше, но я ее все равно взяла с собой. И здесь вот такая вот коробочка. На таком, конечно, свету выглядит не очень красиво, слегка помято. Вот, сейчас Америки послали эти гель-лаки. Выбрала такие цвета, надеюсь, что красивые. Будем с ними позже делать маникюрчики. Так, открываем. Здесь вот такая вот красота. Видите, да, уже по цветам. Голубенький с точками, такой розовый барбишный и ядовито-желтый. Как-то он по-другому называется, конечно, в современном мире. А это, наверное, до-после закрепитель и основа. Кстати, может, что-то еще есть? Нет! Так, что это такое? Это, походу, это отвалилось от лака. Вот. Такая вот. Будем пробовать. Ссылочки всегда будут в описании, но мы с вами еще, думаю, отдельно что-нибудь снимем. Вот они, экономные голландцы. Посмотрите, сколько иллюминаций. Привет, друзья. Короче, я решила покрасить себе светлые брови в очередной раз. Вот сегодня у меня такие брови, я их делала тональником. Сейчас я их сотру, покажу вам свои оригинальные брови, и потом я буду их красить. Я, конечно, побаиваюсь, что получится. Что делать? Так, вот мой какой-то прекрасный свет. Кстати, я прям красотка. День самолюбования сегодня у меня, ну ладно. В общем, такие мои естественные брови. Сейчас я их буду красить. Короче, у меня есть окислитель 6% и порошок. Ой, 6% и окислитель, бля. Порошок, который до 7 тонов осветляет. Вот. Ну что, друзья, я уже боюсь, если честно. Вот такие какие-то рыжие светлые брови получаются. Не знаю, насколько это все-таки хорошая, конечно, идея. Как перестать смеяться. Ну, не знаю даже, что вам сказать. То ли надо еще подержать, то ли уже не стоит. Как вы считаете? Ну что, друзья. Значит, мальчика симпатично нанесла. Короче, я поехала в Амстердам сегодня. Посмотрите на мои брови. Вот. Running through my mind in my headspace. Out of breath, my hands are shaking. You can raise my pulse, make my heart race. Morning coffee, and it just feels so right. You get me to believe you're everything I need. A perfect chance to catch a wave that I'll keep on riding. Я снимаю на несколько источников, поэтому уже открыла. У меня еще и уши заложило прекрасно. Так, вот такая вот коробочка. Третий раз они мне ее уже присылают. Итак, я уже ее распаковала, так что давайте теперь обратно запакуем. Вот такой вот Root Health. Шоколадное молоко. Как бы теперь не заместить. Забыла опять, что такое oat. Это эти... овсяное, наверное. Кокосовое масло, мое любимое. Патчи. Две штука. Всегда нужно. Всегда, кстати. Фейс-серум мне, кстати, тоже очень нужен. Где его нету. Натуральный дезодорант. Такая вот. Такая вот кофе. Так, это, по-моему, помада или что это? Лип бальзам, да. Тоже все органическое, естественно.
Это какие-то витаминки, 100 капсул. Забыла, что это такое. Где-то я переводила, но забыла. Блин, короче, потом буду пить и расскажу вам. Забыла. Ой. Такой чаечек. Вот это, я думаю, прямо сейчас надо пробовать с розовой солью. Лотус Попс, не знаю, что это такое. Запрещенка. I want you naked, не знаю, что это тоже такое. Это масло для лица. Опасная тема, кстати, с маслами для лица, потому что потом бывают прыщи. Попробуем. Так, 520 селениум. Как это селениум? И он так и есть, селениум по-русски. Так, вот такой вот Power Five, что это такое. Короче, тоже какая-то натуральная сила каждый день. По-моему, это есть. А тут, кстати, грибы даже. Это с грибами, кстати, какая-то тема. Очень по-голландски. Так, кокосовое молоко. И крайняя вещь. Это такой вот бальзам для всего, для чего можно. Очень прикольно. Блин, я одному парню дала свой контакт, он теперь начал добавляться на Фейсбуке. Короче, начал добавляться на Фейсбуке, уже 7 сообщений на WhatsApp, сообщений на Инстаграме, я уже просто не знаю, куда деться. Ну что, друзья, добрый день. Это снова я. Сегодня я буду делать себе ногти, потому что у меня начал отваливаться гель-лак, точнее отваливаться, ну короче, отходить немножко. Я решила сделать заново, и на самом деле удобнее. Без ногтей что-то мне уже пока что. И будем делать вместе сегодня с вами маникюрчик. С новыми средствами. Итак, вот такая вот у меня лампа. Мадам Глэм называется. Американский, я так понимаю, бренд. Смотрите, какие у меня сексуальные ногти. Я их подспилила. Вот, вот такая вот штучка. Соуков, я так понимаю, что он должен потом просто не спиливаться, а, как это сказать, слазить с ногтей. Блин, как это? Отдираться с ногтей, что ли, как я понимаю. Короче, база вот такая вот. Так, 2 минуты делаю базу. Бывает и подольше. На самом деле, мне кажется, такие лампы маленькие, они как-то хуже работают. Почему у меня есть такое ощущение? Кто пробовал, скажите, как вам кажется. Короче, друзья, вот такой вот получается какой-то странный цвет, если честно, как по мне. Я заказывала, смотрела, думаю, красивый. Он даже там какой-то розовый был, но по факту какой-то вообще некрасивый оттенок. Вообще-то билдер, типа. То есть я так понимаю, что это не лак, а... Скажите мне, кто разбирается, я не знаю, как это объяснить, но по мне, конечно, не очень. От слова совсем, но фиг с ним, ладно, похожу. Сейчас еще подсушу немножко и наношу сверху закрепитель, короче. Вообще, знаете, конечно, странноватая консистенция. Такая вот, смотрите, очень густая. Прям, я не знаю, должно так быть или нет. Ну, короче, получилось вот так. Сказано, что он до 4 недель должен держаться. Если честно, конечно, у меня есть сомнения. У меня сегодня еще такие цвета, конечно, неподходящие совершенно. Но получилось вот так, короче. Что получилось... Ну, мне не очень, если честно, в плане нанесения, конечно, нравится. Вот. Я думаю, что, если честно, в плане носки тоже будет вряд ли, конечно, долго держаться. Ну и плюс все цвета выглядят совершенно не так, как на сайте. Вот. Но если кому-то понравилось, ссылочку в описании оставлю. Мне кажется, что не очень, но есть свой плюс. Знаете, в чем? Плюс есть в том, что... Смотрите, это веганская косметика. Здесь нету 21 самого опасного, самых опасных химикатов, короче. Не тестируется на животных и нет пальмового масла. Вот, есть свои плюсы, но, конечно, красоты тоже не сильно, как мне кажется, лишком. Друзья, я прям в таком приятном восторге. Помните, я вам говорила, что меня кто-то атакует сообщениями? Похоже, мне прислала цветочки. Вот. Так что, конечно, приятненько, знаете, когда мужчина активно все-таки ухаживает. Уже как-то повеселее становится. Может, зря я моргала, что он сообщений шлет.
Друзья, привет из ночного, темного, голландского города, как обычно. Под дождем, под снегом, полдня был снег, вот, уже свет. Сегодня anyway не очень хороший макияж получился, который подчеркивает мешки. Поэтому ничего страшного, что в темноте просто сижу, точнее нет, не сижу, иду, блин, кайфую. Уже совершенно другое настроение, чем в прошлый раз, когда я записывала видосик, что у меня типа какое-то задумчивое настроение. Нет, сегодня оно не задумчивое и, ну, прикольно. Короче, знаете, просто понимаю, что все складывается так, как надо. Если в это верить, если что-то для этого делать, то в конечном итоге все получится, все вот складывается так, как нужно, чтобы она складывалась. Вот такой вот сегодня посыл. Я вообще хожу и кайфую от своих любимых уточек, канадских там кого, гусей, и лебеди, конечно же, как обычно. Я, кстати, сегодня заметила, что лебеди снова в паре, друзья, и это очень приятно. Понимаете, у нас вот снег, если вы что-то видите такое белесое на экране, что не факт, конечно, это снег. Снег! Та-та-та-там! Для тех, кто скучал по снегу, но это не факт, конечно, что кто-то скучал, потому что я сама еще не успела соскучиться, только с России приехала, но, короче, снег у нас сегодня тоже есть.